Эдгард Запашный оскорбился, что Лена Мира назвала его живодером, и скандальный блогер решила подлить масло в огонь. В своем недавнем посте скандальный блогер Лена Мира в пух и прах раскритиковала существование в 21 веке цирков. Девушка назвала дрессировщиков психически нездоровыми и записала в маньяки. На такие слова в грубой форме отреагировал известный в России и за рубежом потомственный дрессировщик Эдгард Запашный. Народный артист РФ и директор Большого московского государственного цирка уверен, что Лена Мира ничего полезного для страны не сделала, поэтому ее мнение не важно. Ответная реакция Эдгарда Запашного лишь разодорила Лену Мира, решившуюся считать заслуги заслуженного артиста перед отечеством. Блогер уверен, что дрессировщик приложил руку к геноциду стариков и поддержал пенсионную реформу, ведь не только является членом партии «Единая Россия», но и выступает в качестве ее доверенного лица. Лена Мира в посте также припомнила, что Эдгард купил на аукционе шляпу Майкла Джексона, обвиняемого в педофилии, наверняка просто необходима России, где педофилы зачастую не несут наказания. Блогер не смогла обойти стороной и профессиональный рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннесса как самая высокая колонна из третьих человек на бегущей паре лошадей. Лена Мира пожалела несчастную кобылу и подытожила, что пользы от Запашного не так уж и много, хотя сам дрессировщик мнит себя молодцом-красавчиком и не может адекватно воспринимать критику.